Известная журналистка Берсен Алтунташ сообщает, что Джанан Эргедер, сыгравшая роль Лейлы в сериале «Семья», заключила сделку о съемках нового цифрового сериала. Проект под названием «Стамбульская энциклопедия» готовит компания продюсера Тимура Саджи «TeamZenby» для цифровой платформы Netflix. Всего планируется выпустить 8 серий. Режиссером стал Сильман Наджар. В «Стамбульской энциклопедии» Джанан Эргюдер сыграет роль академика Несрин. Съемки начнутся в январе.